Еловый оттенок на заснеженных холмах при въезде в город появился сегодня утром. Челябинцы недоумевают, что же это – последствия выбросов или же столицу Южного Урала накрыли зеленые осадки. Прямо сейчас мы попытаемся это выяснить. Снег подозрительного цвета очевидцы обнаружили рядом с Каштакским бором, между садами и поселком Славино. С самого утра челябинцы начали бить тревогу. В Министерство экологии области посыпались десятки обращений. Необычно. На фоне серой дороги шибко не отличается, а вот на фоне дальше белого снега, конечно, это очень необычно и мне непонятно. Если смотреть издалека, действительно можно предположить, что снег, накрывший поле и холмы, серо-зеленого цвета. Однако, копнув снежные хлопья, становится ясно, такой оттенок имеет только верхний слой. Так что напрашивается вывод, подобное явление вовсе не природный феномен. Предположительно, как это говорят общественники, это гранитный карьер, да, там находится. Вот, просмотрят, придут по проверку и посмотрят, от чего образовался эта пыль. Если выяснится, что подобные выбросы опасны для окружающей среды, предприятие понесет ответственность. Александр Беспалов, Владимир Котегов, Урал-1.